продолжаем мониторинг посевов кукурузы в СПК Гродненский. В данный момент мы находимся на поле, где смешанный посев. Гибрид компании Сингента Сиротанго и подсолнечник российской селекции Светлана. Значит, схема 2 через 2. Два рядка подсолнечника, два рядка кукурузы. Междурядье 70 сантиметров. Срок сева кукурузы середина апреля. Примерно через 5 недель, когда фаза кукурузы была 5 листьев, севался по навигации подсолнечник. И на следующий день после посева подсолнечника вносился почвенный гербицид нашей компании Garda Gold. В норме расхода 4 литра на гектар. Достаточно высокая эффективность. Можно посмотреть, что междурядье до сих пор чистое. Сорняки присутствуют уже сгоревшие от обработки. Норма высева кукурузы по зерновой технологии производилась из расчета 85 тысяч семян на гектар. Норма высева подсолнечника из расчета 70 тысяч растений на гектар. Ротанго был выбран хозяйством из соображений холодостойкости. У данного гибрида слоган, что холод нам не страшен. Он подходит для ранних сроков сева, хорошо выдерживает холод на первых этапах роста развития. Поэтому также может высеваться на торфяно-болотных почвах, где обычно холодно. Гибрид был выбран еще потому, что помимо зернового назначения он дает хороший силос высокого качества. Данный посев и предназначен для выращивания на силос. Скоро будет производиться уборка. Гибрид имеет FAO-180, тоже имеет эриктоидное расположение листьев, что позволяет ему хорошо переносить загущение, засуху. В принципе, хорошо сформированы початки на этом посеве, поэтому ожидаем хорошего урожая, высокого качества. Данное хозяйство является активным пользователем нашей цифровой платформы, системы CropWise. Данную платформу агроном использует для ежедневного мониторинга полей по всем сельхозкультурам, для более детального рассмотрения где-то проблемных зон по полям, чтобы откорректировать гербицидные обработки и другие агротехнические приемы. С учетом данных, полученных на этой платформе, планируется не только внесение средств защиты растений, но и корректируются дозы удобрений и другие технологические операции. Поэтому она помогает агроному в повседневной, в ежедневной своей практике облегчить работу, где-то что-то увидеть дополнительно, какие-то проблемы и своевременно их решить.